Для выпечки хлеба фирмы Аляска нам потребуется мерный стаканчик, ложка, масло, сахар, соль и дрожжи. Размер буханки можно делать разный. 700 и 900 грамм. Мы будем делать 700 грамм. Для начала вытаскиваем эту бодейку. В ней уже налита вода этим мерным стаканчиком. 230 грамм воды. В нее же будет положена ложка масла. Вот это вот. Всего лишь ложка. Вот вода налита. Теперь мерной ложкой. Здесь чайная, здесь столовая ложка. Берем одну чайную ложку соли. Немного, вот столько. И одну столовую ложку сахара. Вот столько. Все это потом перемешаем. Сейчас просто вот так возьмем ее и немножко перемешаем. Далее будем добавлять муку. Мука у нас самая обычная, 29 рублей за 2 килограмма. Получается где-то 4 сайки. Стакан у нас мерный. Ну это для меня стакан. 200 грамм муки получается в него. А, нет, 130, это другой. 130 грамм муки помещается в 200-граммовый стакан. Ровно 3 стакана муки, это на 700-граммовую сайку хлеба. Раз, ну еще 2 таких. Ложим последний стакан муки, это третий. Все, положили. Далее ложим дрожжи. Далее насыпаем дрожжи. 1/4 часть. То есть одну. Можно одну целиковую ложечку. Насыпается она целиковая, это у меня не полная. Сейчас я еще возьму новую и доброшу. Ну, далее, когда насыпем все это, надо положить вот сюда. Но мы сейчас этого делать не будем, потому что у нас еще не насыпано. Вот такую надо полную ложку засыпать вот сюда. Я уже засыпал. Это для вас. Дальше. Хлебопечь у нас включена. По дефолту она стоит 3 часа. 900 грамм хлеба. Светлая корочка. Мы поставим темную корочку. Dark. И поставим на 700 грамм хлеб вот этой кнопкой. Получается 2 часа 53 минуты она будет готовиться. Берем бодейку, вставляем. Закрепляем, закрываем. Включаем старт. Все, пошла мешать. Но это она мне немножко уже помешалась. А так, вот такой колобок должен получаться, и меситься должна где-то около часа. Ну вот, у нас уже 2:24. Вот он, как бы, колобок у нас. Ну и так далее. Будет у нас крутиться, вертеться, останавливаться когда-то, как сейчас. Опять крутиться. Вот, осталась 1 минута.
Еще 10 минут она будет самоподогрев. Отключаем ее как телефон. Нажали и держим. Вот он, наш хлеб. Готовенький. Таскиваем ее. Горячий. Упал. Горячий, потому что... Вот он. Месилка осталась здесь, бывает, в хлебе остается. Вот она, сайка. Все готово. Этот можно выключать просто из розетки. Все.